Я вас всех приветствую. У меня вот на столе сейчас маленький набор от Escalade. Мы сейчас еще ожидаем центральную вставку в торпедо, которая у нас такая длинная. Чуть-чуть попозже я про нее вам расскажу и покажу, разумеется. А сейчас я приступаю к подготовке вот этих деталей из дерева. Будем облачать дерево в новый для нас кованый карбон с титановым напылением. В автомобиле достаточно много хрома, и по идее это все будет перекликаться. Мы еще сами до конца не видели всю картину, как это выглядит, но скорее всего будет очень круто. Оставайтесь с нами, сейчас я начинаю готовить и начнем укладывать уже. Вот такие вот присланные нам образцы по карбону. По-моему, производит все это дело Германия. К сожалению, мгновенно мы получить эту ткань не можем. Это все делается под заказ. И сейчас вот мы дождались, наконец, первого вот такого вот образца с напылением алюминия и титана, который, собственно, мы здесь и попробуем реализовать на этом дереве. Ну, а если вас что-то заинтересовало, спрашивайте. Конечно, расскажем, покажем. И если есть такая возможность, даже закажем. Так уж получилось, что автомобиль у нас разделился на два рабочих времени. Половину я уже сделал. Вот так вот это будет выглядеть. Ну и, собственно, что у нас в данный момент установлено на автомобиле. Так называемое дерево. Сейчас я это все начинаю расчехлять. Забираю только деревянные вставки, как с дерева, так вот у нас здесь вот под рулем вот такие вот две маленькие пластинки. Ну и продолжение торпеды. Ну все, приступаю к работе для того, чтобы уже наконец весь пазл у нас сложился. И ребята приступили к покрытию лаком этих деталей. Поехали. Вот и закончили мы работу с Cadillac Escalade в новом для нас карбоне с титановым напылением. Вот так вот он выглядит. А под уже лаком и линзой смолы выглядит вот так. Обратите внимание, насколько он ярче выглядит, нежели в обычном классическом исполнении кованого карбона. Ну а для себя каждый из вас может выбрать, кому что по душе. Всех остальных ждем в комментариях. Опишите, какой вам больше понравился, как он смотрится в автомобиле. Обратная связь нам очень важна для того, чтобы становиться лучше. Надеюсь, вам понравился ролик. Перед вами еще 4. Если есть время, посмотрите. Они не менее интересные.